Всем привет! Недавно получил новый малый барабан от Жуковых. Едем тестить. Нахожусь я в городе Благовещенске на Дальнем Востоке. Вот сейчас слева проезжаем площадь нашу Ленина. А вот туда вот эти небоскребчики маленькие, это Китай. Так что вот едем. Скоро будем испытывать его в действии, этот малый барабан, мой мини-викинг. Интересный пузач получился из него. Так что чуть-чуть уже подъезжаем. Ну, в общем, вот такой вот малый ко мне приехал из Питера, от мастеров Жуковых. Что хочется сказать, выполнен, конечно, ювелирно прям. Качество очень крутое. Все на высшем уровне, то есть самодельные лаги. Очень круто. То есть шильдик именной мне сделали, вот такой Александр Диченко мини-викинг. Не подумайте ничего плохого, меня так жена просто называет, вот решил барабан также назвать. Что еще? Ну, проще, наверное, его показать, что он из себя представляет. Я сильно не подстраивал, то есть как он пришел. Так, сейчас поставим его. То есть, ну, вот так звучит этот малый, в принципе. Мне прям угодили полностью. Ну, вот сейчас тоже поставлю Жуковский, извините за фамильярность, Жуковский бустер ринг. То есть он звучит чуть-чуть поглуше, мне кажется. Поубирался лишний, наверное, обертона. Не знаю, мне больше нравится. В общем, благовещенские дальневосточные музыканты, не бойтесь, приобретайте такие рабочие барабаны. Я вот просто поражен качеством исполнения вот этих вот пузачей, я его так буду называть. В общем, всех Жуковым, ссылочки у меня на странице, так что обращайтесь.